Разрешите мне представить вам членов жюри. Тетерина Наталья Ивановна. Пианист, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник культуры Монголии, кандидат искусствоведения, доцент современной гуманитарной академии, член жюри ежегодного международного фестиваля детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду», консультант благотворительной программы «Ангельский голос» при Комитете поддержки РИФОН президента Российской Федерации. Маслюк Константин Александрович, пианист, дирижер, педагог, выпускник Московской консерватории, ученик Татьяны Николаевой и Михаила Воскресенского по классу фортепиано и Леонида Николаева и Геннадия Рождественского по классу дирижирования. Лауреат международных конкурсов пианистов города Сиднея, а также первого международного конкурса имени Танеева в городе Калуги, гастролировал во многих городах России, странах Европы и СНГ. С 2001 года ведет класс фортепиано детской музыкальной школы номер 1 имени Сергея Прокофьева. С 2003 года преподаватель кафедры камерного ансамбля Московской консерватории. С 2005 года главный дирижер Вятского камерного оркестра Кировской филармонии. Лебеднева Алевтина Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, концертмейстер детской школы искусств имени Поленова. Мы начинаем выступление учащихся фортепианного отделения. Соколовский Артем, подготовительный коллеги. Соколовский Артем, класс преподавателя, заслуженный работник культуры Российской Федерации Шлыковой Марины Сергеевны. Okay.
Я хочу поздравить всех участников фестиваля, которые мы слышали. Их было достаточно много, и маленьких, и больших. Самый юный у нас 5-летний стал лауреатом конкурса. Всем очень понравился. Поэтому успехов ему особенно, к нему расти долго и долго и делать много-много на своем длинном музыкальном пути. У него много должно быть хороших успехов и замечательных выступлений. Всех остальных ребят показали себя с самой хорошей стороны. Поэтому я считаю, приложили максимум усилий. Результат великолепный, все выступили перед почтенной комиссией, не подвели своих учителей. Доставили радость своим родителям, так что всем успеха и добрый вам путь.